Однажды в теплый день на улицах появилась большая собака. Она была грязной, изможденной, а кое-где на ее теле виднелись раны. Собака подошла к дверям чужого дома и рухнула у порога, закрыв глазки. К огромному счастью, неравнодушные люди заметили ее и позвонили в организацию, которая занимается спасением животных. К указанному месту приехала женщина-волонтер. Когда она подошла к собаке, то увидела, что ничто вокруг не интересует ее. Настолько собаке было плохо. Животное положило голову на грязную землю, и даже добрые руки, которые погладили питомицу, не вызвали ответного отклика. Как оказалось, собака бродила по улицам некоторое время. Кто-то бросил ее, и она бегала по дорогам между автомобилями. Какая-то машина, к сожалению, не рассчитала движение, и сбила нашу героиню. Собака пыталась идти, но вскоре упала. Там ее и обнаружили люди, сообщив о питомице спустя 12 часов после происшествия. Доктор сообщил, что у пса повреждены лапы, но ее удалось вылечить. Сейчас у собаки все хорошо.